Операторы, журналисты, монтажеры, редакторы и не только. 28 июня свой профессиональный праздник отметили работники средств массовой информации. Поздравил их глава региона Кумар Аксакалов. Он вручил виновникам торжества 9 наград, в том числе грамоты и медали от Министерства информации и общественного развития. Смотрим сюжет. Хочу поздравить вас с вашим профессиональным праздником. На самом деле роль журналиста, она с каждым днем в обществе возрастает, поскольку период глобализации, все, что проводится на уровне государства, довести до жителей, до также мнения, которые сформировались в обществе от имени жителей, донести до органов власти, конечно же, вот это вот самая важная задача. Не скрывая, критиковать надо, несомненно. О хорошем говорить тоже надо. Говорить о проблемах тоже надо. Только в таком вот взаимодействии, понятно, будет движение. О взаимодействии с аудиторией люди, сидящие в этом зале, знают все. Редакторы, корреспонденты местных и республиканских телеканалов. В прошлом году на один из них перешла Екатерина Белоусова. Последние 8 лет она проработала на телеканале «Кызылжар». Сейчас Екатерина – собственный корреспондент «Астана ТВ». Совершенно другие задачи, совершенно другие требования. Знаете, должны быть стальные нервы, просто железные. Ты никогда не выключаешься с информационной повестки. Ты всегда, даже приходя после работы, ты всегда смотришь социальные сети, ищешь, где какие проблемы у людей. Найти проблемы, чтобы помочь их решить. Екатерина по-настоящему счастлива, когда это удается. Труд журналистки не остался без внимания. В праздничный день она и еще несколько ее коллег получили награды от главы региона. Директор издательства «Северный Казахстан» Иван Мор и собственный корреспондент республиканской газеты «Казахстан» Дауре Нурсейн Шарип получили медаль «Ветеран труда». Еще несколько человек отметили почетными грамотами Министерства информации и общественного развития. Среди них и шеф-редактор муниципального телерадиоканала Анна Потеряева. Эта награда не только личная моя заслуга, это заслуга всего нашего коллектива МТРК. У нас творческая семья. Предложение стать шеф-редактором телеканала для меня было неожиданным. Когда ты полностью ответственный за выпуск, когда ты полностью ответственный за каждое слово в эфире, когда ты организуешь работу творческой команды, это совсем другое дело. Они не видят своей жизни без новостей, без постоянного поиска инфоповодов и тем, которые заинтересуют зрителей. В праздничный день слова благодарности от главы региона звучали в адрес казахстанских работников средств массовой информации. 9 из них ушли домой с наградами.